еще один способ объяснения того, что символы Лежандра для простого числа P и не делящегося на P числа A это знак перестановки, которая переводит числа от 0 до P минус 1 в 0A, 1A и так далее. P минус 1A можно получить, если просто вспомнить, как в алгебре чаще всего объясняют. Ну, то есть в геометрии рисуют веревочки, смотрят, сколько пересечений, а в алгебре смотрят на многочлен такого вида, скажем, для тройки. Если у нас есть три буквы, то имеет смысл смотреть вот такое вот произведение. Из каждой вычесть каждую, да? При этом А, Б, С, соответственно, из А вычитаем Б, из А вычитаем С, из Б вычитаем С. И после перестановки, ну, как-нибудь возьмем перестановку, например, пусть А переходит в Б, Б в С, А С в А, после перестановки произойдет следующее. Вот здесь у нас будет Б минус С, здесь получим Б минус А, и здесь получим С минус А. Как видите, тоже всевозможные разности, правда, у некоторых знаки изменились. В данном случае изменились знаки, вот было А минус Б, стало Б минус А, было А минус С, стало С минус А, у двух. Ну, значит, перестановка четная. Если подумаете, то поймете, что вот это вот изменение знака, это как раз и есть инверсия, и поэтому такой вот способ ничем не отличается от того, что мы рисовали, подсчитывали четность количества точек пересечения. Так вот, по определению знака перестановки мы должны посчитать ay на модуле p, остаток отделения числа ay на p, здесь остаток отделения числа ax, ну а здесь, собственно, разность самих чисел. Но обратите внимание, если мы перейдем к сравнению по модулю p, то можно вверху вот этот вот мод P убрать. И у нас просто получится AY минус AX. Замечательно. Выражение значительно упростилось. Мы должны взять произведение AY минус AX, деленное на Y минус X, где по-прежнему X меньше Y, и они пробегают все числа от 1 до P. Но это в точности А в степени количества таких пар. То есть это А в степени числа сочетаний из P over. То есть это А в степени P в степени P минус 1 пополам. Потому что число сочетаний это P умножить на P минус 1 пополам. Но А в степени P сравнимо с А по малой теореме Ферма. И значит, мы получили А в степени P минус 1 пополам. А это сравнимо по критерию Эйлера с символом А по P. Символом Лежандра. Ну, естественно, все сравнения по P, как я уже говорил. Вот так можно доказать еще одним способом, что определение по Золотареву и определение, что называется, классическое, которое возникло из задачи о том, является или не является А квадратичным вычетом, это на самом деле одно и то же.